пожалуйста, теперь вы меня простите. Простите, пожалуйста. Спасибо. Гражданочка, вернитесь на место! А в чем дело? Вернитесь! А в чем дело, голубчик? Это проверка. Дайте вашу сумочку. Ну, пожалуйста. Проходите, проходите. Открывайте вашу сумку. Пожалуйста, прошу вас, что вы какой сердитый. Так. И что это такое? Апельсин. С настроением. Да, ничего особенного. Ну, это понятно. Ты можешь объяснить? Причина в чем? Ну, здравствуйте. Здравствуй. Вот объясните мне, Марина Андреевна, как можно выполнять свою работу, если получается, что ты творишь произвол? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ну, это понятно. Что ты хочешь? Бывают и такие дела. Ну, какое это дело-то? Издевательство. Судить бабушку. За что? Ну, ты сама все прекрасно понимаешь. Не мне тебе объяснять. Ну, украла она эти фрукты. Ну что, я сразу под суд, что ли? Послушай, мы с тобой одна команда. Мы должны держаться вместе. Мне тоже непросто. Ладно? Ладно. Марина Андреевна. Да. Ольга Петровна просила вас зайти. Угу. Хорошо. Хорошо. Ой, Марина. Большое спасибо, Лен. И когда думаю про пенсию, Марин, у меня уже не за горами пенсия. Страшно становится. Как я буду жить на копейки, не знаю. Пенсионеров-то не очень на работу берут. Ну что, каким-нибудь там, не знаю, сторожем, дворником, ну что это? Ольга Петровна, я все прекрасно понимаю. Ну, мы постараемся сделать все так, как должно быть. Никто не собирается сажать ее, эту бедную старушку. Да я все правильно. Я даже не сомневаюсь. Просто, ну, знаешь, пожилой человек, сердце слабое. А это часть нашей профессии. Но мне, не мне тебе рассказывать, да? Ладно, хорошо. Ладно, все. Ты пей чай, пей, пока не остыл. Угу. Спасибо. Прошу всех встать, суд идет. Прошу садиться. Слушается дело в отношении Вербиной Галины Васильевны, 25-го года рождения, ранее несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража. Что это она говорит? Успокойтесь, хотите водички? Дело слушается в составе председательствующего судьи Серегины Марины Андреевны. При участии государственного обвинителя, старшего советника юстиции Мурзиной Нины Николаевны. Сторону истца представляет адвокат Громов Вячеслав Германович. Сторону ответчика представляет адвокат Маслова Вероника Игоревна. При секретаре Уховой Инги Витальевны. Галина Васильевна, вы имеете право возражать против обвинения, отказаться от дачи показаний, заявлять отводы, подавать ходатайство, представлять доказательства, знакомиться с протоколом судебного заседания и обжаловать приговор суда. Вам права понятны? Спасибо. У сторон имеются отводы по составу?
Никак нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Спасибо. Перед началом слушания вы подавали ходатайство? Да. Мои доверители понимают, что в силу своего возраста ответчица могла не отдавать себе отчет в своих действиях. Поэтому они готовы пойти на мировое соглашение. При условии, что гражданка Вербина выплатит соответствующую компенсацию. Госпожа адвокат, вы согласны на мировое? Ни в коем случае. Моя клиентка полагает себя абсолютно невиновной, Ваша честь. Поэтому ни о какой компенсации с ее стороны не может идти речи. Скажу больше. В силу возраста моей подзащитной, именно истцы должны выплатить ей компенсацию за причиненные ей страдания. Понятно. Я бы хотела, чтобы обвинение изложило суть дела. Вербина Галина Васильевна обвиняется в том, что совершила кражу в магазине «Клирия». Она вынесла из магазина ряд продуктов питания. Полный список прилагается. Обвинение просит назначить для Вербиной наказание согласно законодательству. Спасибо. Суд предоставляет слово адвокату истца. Моим доверителем является дирекция магазина «Клери» и ее представитель Ихонский Тихон Семенович. Я бы хотел обрисовать ситуацию. Вербина была остановлена на выходе, и при личном досмотре при ней были обнаружены товары, входящие в ассортимент магазина. Объяснить наличие незарегистрированных товаров ответчица не смогла. Поэтому была задержана до выяснения обстоятельств. Позвольте, но он же говорит неправду. Мне никто ничего не объяснил. Меня просто схватили и куда-то повели. Но это же неправда. Это же неправда. Галина Васильевна. Галина Васильевна, не волнуйтесь, успокойтесь. Мы здесь собрались именно для того, чтобы выяснить все и разобраться. Ваша честь, я хочу обратить внимание суда на сомнительные действия истцов. Задерживать могут только соответствующие органы, а не работники магазина. Задержание было произведено службой безопасности. В дальнейшем была вызвана милиция и произведено следствие. Все было сделано по закону. Чтобы у нас не возникло недопонимания, я прошу выслушать мою подзащитную, Ваша честь. Да, пожалуйста, суд не возражает. Спасибо. Меня никогда в жизни так не унижали. Никогда. И я хочу сделать заявление. С людьми нельзя так обращаться. Галина Васильевна, простите меня. Вопрос по существу. Если я вас правильно поняла, вы ничего не крали, так? Боже мой, конечно, я ничего не крала. Ну а что произошло? Я поехала к внукам. У меня их двое. Мальчик и девочка. Они уж большие, а для меня все равно как дети. Они у меня замечательные. Я вот смотрю на них, и душа радуется. Но живут далеко, я их редко вижу. Галина Васильевна, только по существу отвечайте на тот вопрос, который вам задали. Простите, простите, конечно. Так вот, я и поехала к ним, вижу, открылся новый магазин. Хороший выбор товаров. И обещали отличный сервис. И вы зашли в «Клери»? Да, я зашла в «Клери». И хотела купить что-нибудь вкусненькое внукам. Но я ничего не выбрала, потому что, ну, цены там приличные. Ну, то есть, ну, дорого очень. А кроме того, в кассу была большая очередь, а у меня было мало времени. Я и ушла. И на выходе меня оставил молодой человек, охранник. Он взял у меня сумку и нашел в ней фрукты, апельсины, бананы. А как они там оказались? Да до этого злополучного магазина я пошла на рынок, потому что я хотела купить вкусненькое, на рынке дешевле. А они подумали, что эти фрукты я взяла в их магазине и решила уйти, не заплатив. Что, бабушка, за продукты не платим, да? Меня зовут Галина Васильевна, и эти продукты я покупала не у вас. Да что вы врете? Вы взяли апельсины, не взвесили их. И вышли из зала без чека. Молодой человек, ну я вас уверяю, что это недоразумение. Вы простите меня, пожалуйста, я очень тороплюсь. Я обещала внукам быть дома. У них сегодня гости, пожалуйста. Мелкая кража – это преступление. Вам придется заплатить штраф в семикратном размере. Это будет... 540 рублей. Подождите, подождите. Какой штраф? Я ничего не брала.
Собираетесь не платить? Отлично. Вызывай милицию, будем составлять протокол. Ага. Нет, подождите, что вы делаете? Я вам говорю, что я ничего не брала. В милиции разберутся. Ой, Господи. На мой взгляд, все предельно ясно. Сотрудники магазина «Клери» не до конца разобрались в этой ситуации и злоупотребили своим положением. Они задержали ни в чем не повинную. Я подчеркиваю, ни в чем не повинную. Женщину, вдобавок пенсионерку. Кроме того, я считаю, что именно эти сотрудники совершили это, не побоюсь этого слова, преступление, потому что халатно относились к своим прямым обязанностям, а теперь они стараются скрыть собственную профнепригодность и пытаются привлечь к уголовной ответственности мою подзащитную. Протест, Ваша честь, я не понимаю, кого здесь судят. Моя сторона является истцом в данном процессе, и я полагаю, беспочвенные обвинения в наш адрес недопустимы. Протест принимается. Госпожа адвокат, я впредь попрошу вас воздерживаться от столь безапелляционных заявлений. Да, Ваша честь. Спасибо. В процессе слушания я готова представить доказательства правдивости каждого произнесенного мною слова. У нас также имеются доказательства. Я напоминаю, что здесь все-таки суд, а не коммунальная квартира. И споры здесь неуместны. Ваша честь, я хочу приобщить к делу видеозапись, сделанную камерой в магазине «Клери». Прошу вас. Пожалуйста, Инга Витальевна. Вот видно, что бананы и апельсины лежали на самом дне сумки ответчицы. Охраннику пришлось постараться, чтобы отыскать их. Мы также хотим приобщить к делу фотографии лотка фруктово-овощного отдела магазина «Клери», согласно которому именно эти сорта апельсинов и бананов, соответствующих фирм-производителей, продаются в нашем магазине. Прошу вас. Защита не возражает? Никак нет. Это не является доказательством. Фирмы-производители поставляют свою продукцию не только в магазины «Клери». Хорошо, эти материалы будут приобщены к делу. Да, Ваша честь, я также хочу приобщить к делу характеристики моей подзащитной. Соседи и знакомые характеризуют мою подзащитную исключительно с положительной стороны и как человека, не способного совершить такой бесчестный поступок. Галина Васильевна проработала в районной библиотеке 30 лет, имеет грамоту как лучший работник, а также вот выписка из государственного архива, в которой виден весь боевой путь моей подзащитной в ходе Великой Отечественной войны. Также имеются списки наград и орденов. Мы согласны, что в свое время гражданка Вербина героически защищала родину. Однако сейчас не 45-й год. И люди с годами меняются. Молчите. Я попрошу тишину в зале. Я напоминаю, что виновность или невиновность устанавливает суд. А пока просьба защиты о приобщении материалов к делу удовлетворяется. Слушание переносится на завтра. Прошу всех встать. Подожди, Инга, у меня к тебе дело. А ты не знаешь, что со Шпагиным? А что со Шпагиным?
Да я не понимаю. Два дня ему звоню, абонент временно недоступен. У меня документы важные для него из архива. Две недели лежат. Не могла бы ему отнести? Так вы с курьером отправите? Да курьер будет еще несколько дней его искать, а ты не можешь? Ну, я могу, конечно, только не сегодня. Ну, мне побыстрее. Спасибо. До свидания. Ну, и заодно проверишь, может, там случилось что-то, может, заболел. Проведешь. Позвонишь мне тогда, ладно? Хорошо. До свидания. Спасибо, пока. Где ты его слышала? Да нет, мы просто с Ленкой поссорились. Вот, она сидела на моем месте, рядышком с Сашкой. Вот. И что? Ну вот, я ее прогнала со своего места. Ты ее прогнала, значит, ты ее приревновала, да? Ну вот и Вера Петровна говорит. А я же ведь ее совсем тихонечко, ну, капелюшечку стукнула. Дочка, мы с тобой говорили, это не наш метод драка. Я знаю. Но все-таки на Ленку очень хорошо действует. Убежала, как ошпаренная. Ты же девочка. Девочкам нельзя драться. Ложись, моя красавица. Спокойной ночи. Накрывайся потеплее. Так удобно тебе? Продолжается слушание в отношении Вербиной Галины Васильевны. Я бы хотела понять, есть ли у сторон свидетели по существу дела? Так точно, Ваша честь. Мы бы хотели допросить Ларису Евгеньевну Торкину, которая работает в магазине «Клери» кассиром. Очень хорошо. Пригласите, пожалуйста, свидетельницу Торкину в зал. Мне эта бабка сразу не понравилась. Крутилась все, крутилась. То к кассе подойдет, будто высматривает чего. То у фруктового овощного отдела стояла, долго стояла. Это теперь я понимаю, что она мое внимание отвлекала. Ну, хотя и тогда она мне подозрительной показалась. Но когда уж ее Егорка на горячем словил, тут все сразу на места и встало. У меня больше нет вопросов. Спасибо, у защиты будут вопросы. Да, Ваша честь. Простите, пожалуйста, а где расположено ваше рабочее место? Как это где? На кассе? Прошу минуточку внимания. Я позволила себе принести чертеж, вернее, схему магазина «Клери». Вот ваше рабочее место. А вот фруктово-овощной отдел. Ну, получается, что с вашего рабочего места фруктово-овощной отдел не просматривается, где якобы была совершена кража. Ну, не видно. Не видно. Что ж, и выхода, как я понимаю, где была задержана моя подзащитная, тоже не видно. Хм, правильно? Правильно. Я не понимаю смысл задаваемых вопросов. Это возня с произведениями изобразительного искусства
Мне тоже не совсем ясно. А мне, извините, непонятно присутствие здесь данного свидетеля, который не видел ни момента преступления, если таково было, конечно, ни момента задержания. Все, о чем она свидетельствует, это то, что моя подзащитная была в магазине. Ну, простите, это не тайна. Ваша честь, сторона истцов присутствием данного свидетеля старается ввести суд в заблуждение. Старуха была подозрительной. Послушайте, я бы хотела, чтобы вы обвиняемую называли по имени-отчеству. Галина Васильевна. Запомнили? Запомнила. Она наверняка украла. Не Тихон Семенович это сказал. А, это явное заявление с чужих слов. Юридической силы это не имеет. Протест, ваша честь. Это давление на свидетеля. Господа адвокаты, я не буду в очередной раз повторять вам, где вы находитесь. Если вы сейчас же не прекратите, я буду вынуждена перенести дело на завтра. Прошу прощения. Извините, Ваша честь. Пожалуйста, присаживайтесь. Продолжаем опрос свидетелей. Пригласите Санаеву Ольгу Алексеевну. Мы с этой гражданкой впервые столкнулись у молочного отдела. Подробнее. Можно и подробнее. Она там долго стояла, разглядывала что-то. Не вертись. Я схожу за колбасу и встретимся у касс тогда, ладно? Угу. Мам, ну дай я покатаю. Не надо. Ну, мам. Подожди. Так. Ой, извините, пожалуйста, извините. Пожалуйста, пожалуйста, ничего извините. Страшного. Что ты делаешь? Разве так можно? Ты что? Ну, я случайно. Нельзя так. А когда она мимо кассы прошла, то мне показалось это странным. Теперь вы мне извините. Спасибо, спасибо. Вы еще перезвонились, да, но я сказала, пожалуйста. Прошу обратить внимание на то, что у ответчицы была реальная возможность совершить кражу. За просмотр, как известно, денег не берут. И особого преступления в этом поведении я не вижу. У защиты еще будут вопросы? Нет, Ваша честь. Спасибо, присаживайтесь. Но хочу отметить, что мое мнение, что обвинение вводит суд в заблуждение, лишний раз подтверждается. Этот свидетель тоже ничего не видел. Было зафиксировано появление ответчицы в фруктово-овощном отделе. Она что-то там изучала. Мы можем узнать об этом из первых уст. Ваша честь, вы не против, если я задам дополнительные вопросы к своей подзащитной? Да, конечно, пожалуйста. Галина Васильевна. Так что же вы рассматривали в отделе овощей и фруктов? Сравнивала цены. Думала, где лучше купить. На рынке дешевле. Ответ исчерпывающий. Хорошо. У вас будут еще свидетели? Да. У нас в супермаркете вход с сумкой строго воспрещен. Сумку можно оставить у входа в ячейке. А бабка эта с сумкой была. Вот я и решил проверить для безопасности. А там фрукты оказались не пробитые. Я ответственного вызвал, и вместе мы ее задержали. Ах, как вы это все интересно рассказываете, конечно. Ваша честь! Вячеслав Германович, скажите, а вы весь день были на своем посту? Ну, конечно, у нас с этим строго. Если пришел на работу, то хоть сдохни, а стой. Угу. И во сколько начинается смена? Смена начинается с двух, а до меня Васька стоял на двери. Ну, Васька нас не интересует, нас интересует совершенно другое. Вы скажите, вы не отлучались в туалет, покурить? Ну, я же говорю вам, что у нас с этим строго. Да я помню. Что шкафчики, в которые кладут сумочки, находятся возле выхода, я тоже помню. То есть мимо не пройдешь. Ваша честь, прошу отметить, что защита старается сбить с толку свидетелей. Да нет, я просто подхожу к сути. Ваша честь, я просто не могу никак понять, как этот охранник, который задержал мою подзащитную у входа, потому что она не сдала в ячейку сумку, как он ее туда с этой сумкой пропустил? Ведь это категорически запрещено, как вы говорите, и вы никуда не выходили.
Так может, ее Васька пропустил? Нет, абсолютно точно известно, что моя подзащитная вошла в магазин после 2. Это была ваша смена, и вы впустили ее в магазин с сумкой, хотя это запрещено. Понимаете, у меня глаз на затылке нету, я не могу за всем уследить. А когда выходила моя подзащитная, у вас сразу открылись глаза. Вы все заметили, интересно почему? Ваша честь. Вот здесь выписка из бухгалтерских книг магазина «Клери», где говорится о том, что в этот день происшествия, нашего легендарного охранника лишили квартальной премии. Узнал он об этом событии именно тогда, когда заступал на свой пост. Вот, я прошу приобщить эти документы также к делу. Кроме того, по показаниям моей подзащитной, она хотела сдать сумку в эту самую ячейку. Просто одна ячейка была сломана, а все остальные Дань. Были заняты. Дань. Что? Решили самоутвердиться за счет слабой, да? Сделали гадость человеку, и на душе так хорошо стало. Вероника Игоревна, я прошу вас воздерживаться от личных комментариев. Что это меняет? Бабка все равно фрукты сперла. Свидетель. Попалась под горячую руку, да? Попалась? Зато другим повадно не будет, ясно? Вы так говорите, как это... Галина Васильевна, что с вами? Галина Васильевна, ну-ка быстрее, налей водички. Галина Васильевна, вызовите кто-нибудь врача. Галина Васильевна. Заседание объявляю закрытым. Да? Вероника. Галина Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Можно? Проходите. Спасибо. Садитесь. Это вам. Ой, спасибо. Какие красивые. Вероника, вы что-то хотели? Я хотела узнать, как ваше самочувствие. Спасибо, уже лучше. Хорошо. Меня просто никто никогда так не унижал. Всякое бывало разное, уж особенно во время войны. Но я, кажется, сейчас бы лучше через разруху, через голод пошла. Но только не через такое. Галина Васильевна. Все. Все. Простите меня. Дорогая моя, за что я вас должна прощать? Не справляюсь со своими обязанностями. То есть как не справляетесь? Ну вот, не могу вас защитить. Девочка ты моя, да совсем наоборот. Да, да. Я ведь думала, нынешнее поколение, оно холодное стало. Вот к нему никак не пробьешься. Ничего не интересно, ничего не хотят. Книжек не читают, библиотеки не ходят. А вот смотрю на вас и понимаю, что ошибалась. Потому что дело-то не в поколении и не во временах, а в отдельном человеке. Что вам? Девушка, вы не могли бы мне помочь? Мне нужно знать, не покупала ли у вас эта женщина недавно что-нибудь? Да я и вчера-то не помню, что была, тут бог знает когда. Нет. То есть вы уверены, что эта женщина у вас ничего не покупала? Апельсины, бананы? Да я не помню. Угу. Как жаль. Ну ладно. А где у вас еще поблизости фруктовые лавки? А вот 70-й есть, 130-й, там и 17-й, сходите, спросите. Ну, у меня товар всегда самый свежий, поэтому я... Да мне уже об этом сказали. Да. Но дело-то не в товаре. Ну, в этой женщине, да, я понимаю. Но я не помню.
Подождите, я вспомнила. Был еще 156-й ларек, но его закрыли. Там хозяин аренду не заплатил, его закрыли. Давно? Ну, месяца 3 назад. Там сейчас, что там сейчас, этот, собачий корм продают. Угу. Ясно. Ну, спасибо вам за информацию, я обязательно схожу. Да, хотите. Вы лучше в администрацию обратитесь. Там вам все и расскажут, что с персоналом сделалось. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Да не за что, приходите. Да не за что. До свидания. До свидания. Ой, деточки. Бог подаст. Ни копеечки. Да когда же вы помрете все, а? С вами все в порядке? Ой. Ой, на лекарства нема, деточки. Можно хоть одну копеечку, можно... Не, ну такая больная, что и пенсия мала. Возьмите, пожалуйста. Ну, спасибо. На здоровье. Целую. Чтобы, чтобы, не надо. Привет. Здрасте. Слушай, забываю тебя спросить. Ты ж Пагину отнесла документы? Да. И как он там? Все хорошо, шутит, да? Балагурит, как всегда в своем репертуаре. Понятно. Понятно. А что наша Вербина? Выздоровела? Да. Значит, работаем. Угу. Галина Васильевна, вы способны выдержать продолжение процесса? Я выдержу. Да, Ваша честь. Врачи уверяют, что здоровье моей подзащитной восстановлено. Ну, хорошо. Спасибо большое. Итак, слушание дела возобновляется в прежнем составе. Сторона истца желает вызвать для допроса Молотника Игоря Евгеньевича, старшего оперуполномоченного. Пригласите, пожалуйста, свидетеля в зал. Здравствуйте. Здрасте. Гражданка Вербина была доставлена в наше отделение в 3 часа. Я произвел допрос. Гражданка Вербина путалась в показаниях, уходила от ответов на прямые вопросы. Это показалось мне подозрительным. То есть вы заподозрили ее виновность? Ну да. У меня глаз наметанный, я таких насквозь вижу. Ваши подозрения оправдались? Естественно, правда, пришлось помучиться немножко. В конце концов, она созналась. Ваша честь, я прошу обратить внимание, что в деле имеется протокол допроса и признание, подписанное ответчицей. Думаю, что других доказательств ее вины не требуется. Да, это зависит от того, как эти доказательства были получены. Вы что имеете в виду? Я ее ни к чему не принуждал. Нет, нет, что вы, я этого и не говорила. Вы сами подняли эту тему. Я протестую. Протест принимается. Дальше, продолжайте. Вы сейчас говорили, что вам пришлось немножко повозиться. Это что вы имели в виду? Никаких превышений полномочий. Просто допрос занял больше времени. Угу. И сколько же времени вы допрашивали мою подзащитную? Не помню. 4 часа. В конце концов, она призналась. Да. Она призналась, вы закрыли дело, и всего-то за каких-то 4 часа, правда? У меня больше нет вопросов. Спасибо, присаживайтесь. А, Ваша честь, я бы хотела допросить свидетеля Игнатьева. Пригласите свидетеля в зал. Я не сомневался, что она сознается. В ее-то состоянии. Да и с оперуполномоченным ей не повезло. Вербина Галина Васильевна. Галина Васильевна. Галина Васильевна. Молодой человек, мне пора домой, меня ждут внуки. Не надо нервничать. Я все понимаю. Но войдите в мое положение. У вас нашли эти фрукты. Господи. Ну зачем вы меня мучаете? Что у вас? Никто вас не мучает. Просто надо разобраться обстоятельней. Что ты над пенсионеркой издеваешься? Успокойтесь, бабушка. Ой, спасибо, голубчик. Пожалуйста. Спасибо. Это дело даже возбуждать не стоит. Слушай, это мой материал, я с ним работаю. Нам планы раскрываемости выполнять надо? Надо?
и вообще будешь умничать. Отправишься в школы лекции читать, понял? Ребятки, отпустите меня. Вроде бы все. Нет ничего проще. Подпишите. Вот здесь и здесь. Где? Там галочка. Ой, не вижу. Да не ерунда, вижу, не вижу. Пустая формальность. Для того, чтобы вас отпустить. И что, если я распишусь, я могу идти? Да. Своим внукам. Они вас наверняка заждались. Подписывайте, бабушка. Подписывайте. Многочасовой допрос. Пожилая женщина вообще не понимала, что происходит. Единственное, что она хотела, это поскорее уйти домой. А ей подсовывали какие-то бумажки непонятного содержания. Я считаю, что это трудно назвать добровольным признанием. Возможно, ваш свидетель рассчитывает извлечь выгоду из своих показаний. Почему мы должны доверять его словам? Потому же, почему и мы должны были доверять словам ваших свидетелей. Ваша честь. У меня заявлен еще один свидетель. Кто на этот раз? Друг детства вашей подзащитной с рассказом о героическом военном прошлом. Суд делает вам замечание. Скажите, пожалуйста, вам знакома моя подзащитная? Да, я ее знаю. А при каких обстоятельствах вы познакомились? Я работала на рынке. Угу. Торговала в ларьке фруктово-овощном. И бабушка купила у меня фрукты. А вы не помните, когда это случилось? 12 декабря. Вот так. Как раз в тот день, когда ее задержали в магазине Клери. Вот и объяснение того, откуда у моей подзащитной в сумке оказались эти фрукты. А вы можете вспомнить, что именно брала у вас покупательница? Помню, конечно. Бананы и апельсины. Она еще сказала, что для внуков покупает. Ну вот, список покупок тоже полностью совпадает. У меня вопрос к свидетельнице. Уважаемая свидетель, скажите мне, почему вы так уверены, что фрукты у вас покупала именно эта женщина? Она же не единственная, кому вы продавали свой товар. Вы не можете ошибаться? Я полностью уверена, что это была она. Вы не сказали, почему, чтобы мы разделили вашу уверенность? Я собираю коллекцию новых 10-рублевых монет. И бабушка рассчитывалась такими монетами. У меня их не так много, и я помню каждого, кто ими рассчитывается. Какое отношение это имеет к делу? Господин адвокат, у вас имеются еще какие-то сомнения? Не имеются. Так, хорошо. Суд удаляется для вынесения приговора. Прошу всех встать. Суд Щукинского района города Москвы постановил признать Вербину Галину Васильевну невиновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить. Признать право Вербиной Галины Васильевны на реабилитацию. Решение суда может быть опротестовано в течение 10 суток. Суд также постановил обязать дирекцию магазина «Клери» выплатить компенсацию за моральный вред Вербиной Галине Васильевне в размере 10 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток с момента провозглашения приговора. Судебное разбирательство считаю закрытым. Василий, примите поздравления. Ну что, будем апеллировать? Спокойно, у нас еще не все потеряно. Я тебе точно? Умоляю. Точно. Все точно? Нормально. Да, точно, нормально. Еще и деньги получите. Нет. Не хочу никаких денег, ничего мне не надо.
Я... Уведите меня отсюда. Я хочу домой. Спасибо. Всего домой. Доброго. До свидания. До свидания. Ну, поздравляю. Отличная победа. А у меня не было другого выбора. В противном случае победили бы вы. Да ладно. Это просто... У нас с вами такая работа. Счастливо. До свидания. Надюх, ну, как в школе дела? Да так себе. Что это значит «так себе»? А ты с Таней помирилась? Если бы. Она мне сегодня мокрутя в портфель подложила из-за того, что я ее на свое место не пускаю. А что ж такого интересного у тебя на месте? Да там Сашка со мной рядышком Крылов сидит. Так она у него хочет списать математику. А я думала, что у нее любовь. Мам. Я не любовь к математике. А ты скажи мне, пожалуйста, ты списываешь математику, Саша? Да что мне там математика? Я списываю только природоведение и русский. Правильно делаю. Ну давай, научи ребенка.